Добрый день, меня зовут Лысенок Евгений, я директор сети Викинг Туристик. Сейчас мы находимся с вами в Бодруме. Мы будем инспектировать с вами отель Титаник Делюкс Бодрум. Если вы хотите быть в курсе последних новостей в сфере туризма, подписывайтесь на мой канал. Ресепшн отеля Титаник. Есть несколько подзорных труб. Не знаю, работают ли они. Вот еще одна. Вы знаете, они реально работают, я в них посмотрел, не знаю, получится. Ну, смотрите. Вот так происходит регистрация, чек-ин, чек-аут, отдельно сидят специалисты. На территории у нас находится 10 баров, есть ночной клуб, дискотека. Мини-клуб у нас с 10 до 11 вечера. Профессиональные педагоги работают в мини-клубе. Дальше анимация у нас, софт-анимация. Как дневная, так и вечерняя. С июня месяца начинается у нас профессиональное шоу в шоу-центре. То есть мы сейчас, когда спустимся вниз, увидимся. Да. Еще также большой авантаж у нас в том, что у нас самый близкий отель получается от аэропорта 15 километров. То есть, получается, через 15 минут они уже могут уже, в принципе, купаться. 14.31, тип номера Deluxe. Ванная комната. Здесь только раковина и туалет. Напротив находится еще одна ванная комната. Здесь еще одна раковина. Джакузи. Сразу же прямой вид на море и на номер. Душевая кабина. Душ тропический. Очень большая душевая кабинка. Кровать. Телевизор, который крутится вот так вот. Его можно в разные, видите, раз, сюда повернулся, раз, вот сюда. Тут зеркало получилось. Очень круто. Большая кровать. Покрытие здесь паркет. Вторая комната гостевая. Чайный уголок, телевизор, бар. Мы с вами, не выключая камеру, все смотрим. Вентилятор, как в американских фильмах, вестернах. Вид на балкон. Вид. О, вид. Крутой очень. На горы, на море. Балкон. Это просто какое-то футбольное поле. Это все балкон. Большая лоджия. Есть весы. Давайте по мелочам посмотрим, что здесь еще. Косметика. Фен. 1200 ватт, ну, такой посерьезнее. Также забыла сказать вам про пляж. Пляж у нас 380, около 400 метров в длину пляж. На пляже песок, белый песок, который не жгет ноги. Также внизу вы увидите, что у нас вместо шезлонгов у нас лоджии со шторами. То есть это как бы наша тоже изюминка нашего отеля. Они бесплатные для гостей. Есть также платная зона, где VIP-кабаны, мы их называем. Они резервируются, и они уже со своим батлер-обслуживанием, начиная с 9 до вечера, то есть включая обед, включая как бы шампанское, фрукты, мороженое, все, каждый час у них будет батлер-обслуживание. Стоимость. Те, которые находятся у нас на пирсе, 150 евро, но это на 4 человек. Первая линия, которая прямо у моря, скажем так, 125 евро, тоже 4 человека. Сейчас мы, когда вниз спустимся, вы увидите. Опять-таки здесь у нас многоступенчатая территория, многоуровневая. Видите, мы уже спускаемся. Спускаться нам аж вот туда, если до моря. Поэтому, если вы не готовы к таким спускам,
Это не ваш отель, хотя отель хороший, конечно. Сейчас мы будем смотреть фэмили номер. Вы знаете, простите, у нас на пляж мы уже не побежим. Хочется живым остаться. 18-21. This is family, yes? Да, да. Одна первая комната гостевая. Здесь зал, стол, тоже громадный балкон, большой плазменный телевизор, чайный уголок, паркетная доска, судя по всему, пол. Идем сюда. Здесь у нас одна раковина. Две ванны, говорят, здесь у нас будет. Раковина, туалет. Такой же фен черный, 1200 ватт. Дополнительное зеркало. Душ тропический. Также есть и обычный душ. Идем дальше. Еще одна комната. Здесь у нас две отдельные кровати, коврик между ними. Вот он. Чтобы ногам было тепло. Слушайте, дайте-ка. Вы знаете, возможно, это даже плитка такая. Нет. Вот еще одна комната. Все комнаты дверями разделены. Большой матрас, большая кровать. Плазменный телевизор. Тоже коврик есть. Ага, видите, сразу вид на душ. Открывается дверка, и вы можете прямо с душа. Раковина. Еще одно зеркало. Также здесь есть весы, я где-то видел. Фен. Стоп. Чуть меня дверью не ударили. Душ тропический. А, здесь стекло. Иногда бывает, что нету стекла. Видите? Вот весы. Тут же сейф. Это балкон. Значит, вид с балкона на стройку. Здесь строится отель. Шумновато немного. И вид на море. Смотрите, есть эскалаторы. В принципе, может быть, мы с вами доберемся до пляжа. Видите, один. Опа, и поехали. И тут ты себя чувствуешь человеком. Это круто. Надеюсь, эскалаторы не выключат на обратном пути, потому что назад я не готов подниматься пешком. Бассейн. У них есть аквапарк. Вот он. Мы спустились на лифте еще на этаж. На три этажа вниз. Это спа, судя по всему. Знаете, тут, в принципе, комфортно спускаться, потому что есть какие-то такие вещи, как эскалаторы, лифты, а иногда бывает, этого ничего нету, и, конечно, это смерти подобно. Тебя обгоним. Ага, и вот мы с вами уже на пляже. Друзья, вы, надеюсь, оцените это видео, то, что приходится спускаться. Поставите побольше лайков, напишите ваши комментарии, подпишитесь на канал. Это будет самым лучшим мне вознаграждением за то, что я ношусь тут вверх-вниз. Здесь обалденный песок. Смотрите, какой мелкий. И вход в воду. Такой же. И прямо возле кромки воды стоят такие зоны для отдыха, шезлонги. Очень располагают к отдыху. Здесь же находится пирс. Вот там вот понтон еще. Это пирс. Здесь же находится ресторан-бар,
которую можно покушать, попить. Прямо на баре там были, прямо на пляже, извините, прямо был холодильник с напитками, с соками. Очень круто. Там вот, видите, шезлонги. Еще есть гамаки. Вон там вот в лесочке лежишь, втыкаешь на море. И вот так мы с вами возвращаемся назад. Вот так вот на эскалаторе. Здесь их 3. 1, 2, 3. И вы спокойно поднимаетесь, опускаетесь. И практически не чувствуется вот этого перепада. Они молодцы, что сделали эскалаторы. Респект им. Видите, даже с маленькими детками здесь комфортно. Вы подходите, он запускается. Давайте посмотрим, как с коляской человек управляется. Опа. Все. Вся проблема. Хочется еще раз вам показать ресепшн. Ресепшн очень стильный. Много таких всяких фишек. Вот смотрите, дерево, семафор, морская тематика, подзорные трубы. Очень стильно. Вот просто нету слов. Еще один бинокль. Опять-таки он работает. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.